Не, я просто вопрос в том, что почему я в том же вагоне не так. Я думал с малым ехать. А там групповой билет. И вот у меня до последнего момента не знал, где с ним или нет. То есть поэтому, когда мне сказали, что с малым я не еду, то есть это мне уже надо было ставить это альтернативные маршруты добирать. Потом еще раз.